На конкурс дети читают стихи. Читает Нестеров Егор, 16 лет, Павел Полюшкин, письмо Обаме. Добрый день, товарищ Обама. Тут я, пол России, тетка Тамара, Ридван, Илюха с перегаром. Интересуются, неужели нету окошка в ваших планах? Между обвалом биржи и кофе с корицей, между интригой с ангелой и яйцелицем, вы вынули свой гамбургер из пиццы. Мы бы с вами дружили, да вам бы с собой помириться. Вам ведь времени, как поесть да побриться. Часок долететь с украинской столицы. Просто мы к вам лицом, а вы к нам ягодицы. Так идти до топора недалеко на границе. Не годится. Вы заезжайте, накормим, напоим, матрешку подарим. А то что подмигивать через радары? Споем горький парк под расстроенную гитару. В баньку с медведем, может, дурь ваша выйдет с легким паром. В бане нет генералов. Может, мирно обсудим. В ДНР, ЛНР заедем. Там, кстати, живут люди. Может, вы не знали, но вы там воюете. И, говорят, начнете оттуда, Третью мировую. А лучше бы впрямь мировую, мир на всем шарике. Вы, кстати, если у себя на материке, то никому не мешаете. И зачем вы нас агрессорами выставляете? Пытаетесь сделать айсберг для Титаника? Еще по Крыму вам бы с нами покататься. Посмотрите веселые лица и танцы. Кстати, спасибо за филологический вклад в нацию. Теперь все трактористы знают, что такое аннексия и санкции. Хватит трясти кулачком своим слабым. Вы просто рук не жали нашим ветеранам. Они, кстати, с предками вашими за свободу, не за славу воевали. И выходит, вы своим дедушкам тоже приете в рану. На праздник со слезами на глазах и сединой вы заезжайте обязательно. Мы будем рады. Большим парадом мы почтим, помню, какое ценой. С большим праздником нас и вас, если решите, товарищ Обама. Слева, там где сердце, георгиевская лента. В честь тех, кто подарил нам свободный привкус ветра. Горько-соленый, живой и вольный праздник мая. В сердце – память. В небе – русское, славянское знамя.